Что нас не убивает? Самые страшные эпидемии в истории человечества и герои, которые с ними боролись. Райт Дженнифер. Посвящается маме и папе. Вы ведь не умрете, если время от времени будете ходить к врачу. Естественен только микроб. Все остальное – здоровье, целостность, чистота, если хотите – это результат волевого усилия. Причем усилия, которое нужно совершенствовать постоянно. Альбер Камю, чума, перевод Мильчиной. Лихорадка все сильнее, и я теряю контроль. Джон Фаррар, я тебя лишь хочу. Киноверсия мюзикла Бриолин. Предисловие. Когда я рассказывала людям, что пишу книгу об эпидемиях, доброжелатели из числа моих знакомых советовали увязать ее с современностью. Выглядело это примерно так. Напиши о зависимости от мобильных телефонов или о селфи, либо посвяти одной из глав эпидемии селфи. «Нет», — отвечала я, — «меня больше интересуют эпидемии таких болезней, при которых тело покрывается язвами, и люди, которых вы знали и любили, один за другим, умирают в расцвете лет. И вы не в силах ничего сделать, и через несколько месяцев все уже мертвы, и вокруг только смерть». И вся земля кажется безбрежной пустыней, покрытой трупами. И погодите секунду, покажу несколько ужасающих снимков. И тогда мой собеседник говорил, э, извини, пойду возьму еще чего-нибудь выпить. Рада, что эта книга привлекла ваше внимание. Дело в том, что тему смертоносных болезней, которые довелось пережить человечеству, вряд ли можно считать подходящей для непринужденного общения. Никому не нравится слушать рассказы о страшных заболеваниях, уничтоживших десятки миллионов людей на всей планете. Скорее всего, это отторжение вызвано тем, что эпидемии представляются нам чем-то очень жутким и весьма далеким. Именно поэтому, по мнению многих, гораздо лучше поговорить о том, как я люблю селфи, какие забавные эти снимки, как мне нравится рассматривать улыбающиеся лица моих друзей живых и невредимых. Мы живем в мире, где слово эпидемия придают обычно поразительно мало значения. У тех, кто вообще когда-нибудь задумывался об эпидемиях, они ассоциируются с грязными хижинами, с учебниками, с которыми приходилось зубрить в шестом классе, а у любителей фильмов Бергмана со смертью, которая приходит к главному герою в облике мрачного жнеца, чтобы сыграть в шахматы. Похоже, жители так называемых стран центра надеются прожить лет 90 и умереть в комфортабельном санатории для престарелых. Надо отметить, на то у них есть достаточно веские основания. Если условия жизни продолжат улучшаться, то 50% детей, родившихся в 2000 году, доживут до 100 лет. Если, конечно, ничто не помешает условиям улучшаться. Мы живем в эпоху невероятного везения. За последние три десятка лет ни одна болезнь из тех, с которыми человечество пока не научилось бороться, не убила в странах центра больше нескольких тысяч относительно здоровых молодых людей. Надеюсь, эта позитивная тенденция сохранится и в дальнейшем. Каждый раз нам как можно быстрее хочется позабыть о пережитом. Способность забывать облегчает жизнь. Она заложена в человеческой природе. Однако пренебрежительное отношение к эпидемиям прежних времен и нежелание ничего знать об их опасности может помешать нам противостоять неизбежным вспышкам заболеваний в будущем. Во время эпидемии люди демонстрируют разное поведение. Поступки одних достойны восхищения. Они минимизируют уровни смертности и разрушений вокруг себя, подают пример доброты и мужества, словом, проявляют все самые лучшие свои стороны. Другие же непоследовательны в своих действиях, не имеют четкой позиции и необходимых знаний и тем самым лишь увеличивают количество жертв. К сожалению, я не обладаю достаточными познаниями для того, чтобы иметь возможность рассказать читателю о создании вакцин или лекарств для искоренения опасных болезней. Однако история показывает, что способность общества оперативно справляться с эпидемиями зависит не только от врачей и ученых, которые самоотверженно выполняют свою работу, но и от тех, кому нравится по выходным валяться в постели, наслаждаться фильмами, лакомиться картофелем фри. Одним словом, вести самую обычную жизнь, то есть от всех нас. Благополучие цивилизации в период кризиса во многом определяется тем, как реагируют на него рядовые граждане, не имеющие никакого отношения к науке. Многие меры, Принимавшиеся против описанных в этой книге эпидемий, поразят вас своей очевидностью. Например, вы узнаете, что не следует считать больных людей грешниками и в буквальном или метафорическом смысле сжигать их на костре, поскольку это чудовищно с точки зрения морали и совершенно неэффективно в практическом плане. Полагаю, в принципе, с этим согласен каждый. Печально другое: когда неожиданно вспыхнет новая эпидемия, мы станем совершать точно такие же ошибки, поучительные уроки из которых следовало бы извлечь еще 300 лет назад. Недавно я прочла книгу одного историка, который заявляет, что прошлое нельзя рассматривать через призму настоящего и предлагает считать разные эпохи полностью изолированными друг от друга, словно история – это какая-то цепочка сарделек. На мой взгляд, автор демонстрирует принципиальное непонимание сути времени. Прошлое нельзя удержать под стеклянным колпаком. Отголоски каких-то моментов, идеи, трагедии прежних времен, причем, к сожалению, порой не самых лучших, неизбежно проявляются в настоящем, а затем и в будущем. Например, даже в наши дни некоторые оправдывают свою ненависть к евреям тем, что якобы это они распространяли бубонную чуму, отравляя колодцы. Далее мы увидим, что это невозможно. Беспокойство насчет того, насколько тщательно моют руки люди, которые готовят нам еду, легко проследить до повара Мэри Меллан, носителя возбудителя заразной болезни, за что она получила прозвище Тифозная Мэри. Но если эпизоды из прошлого так легко проникают в настоящее, Значит, и какие-то нюансы современных реалий могут помочь нам понять суть происходившего ранее, что ни говори, и прежде глупостей и нелепостей совершалось не меньше, чем теперь, ведь эпохи создают люди. У меня есть заветное желание, и суть его в том, чтобы мои современники воспринимали людей прошлого просто как знакомых, хороших или не очень, которым всегда можно обратиться за советом. На самом деле у наших предков мало общего с двухмерными черно-белыми фотографиями или контрастными штриховыми рисунками, которые можно встретить в некоторых академических учебниках. Это вовсе не абстрактные серые фигуры в цилиндрах, а живые люди, которые, как и мы с вами, дышали, сморкались, шутили, радовались и грустили. Среди них встречались весельчаки и зануды, хитрецы и простаки. И то время, в котором они жили – было для них настоящим. Они ничем не отличались от прочих представителей человеческой расы. Одни из них проявляли гениальность в медицине, но вместе с тем оказывались безумно скучны в личной жизни. Восхищаюсь дедуктивными способностями британского врача Джона Сноу, но абсолютно уверена, что не смогла бы общаться с ним дольше десяти минут. Другие были харизматичными и обаятельными социопатами и маньяками. Такое описание несколько преувеличивает силу обаяния Уолтера Джексона Фримена II, но он действительно нравился людям, несмотря на то, что был бульгарным и грубым, и носил на шее странное кольцо, снятое с пениса пациента. Любой мог найти причины его ненавидеть. Каждого из представленных в этой книге людей нужно рассматривать как личность, а не как неодушевленную историческую фигуру. Как бы мы к ним ни относились, по большому счету, не так уж сильно от них отличаемся. Вопреки тому, в чем нас пытаются убедить некоторые интеллектуалы, нельзя сказать, что люди прошлого были умнее наших легкомысленных современников, и что их идеи заслуживали большего внимания. Увлечение поп-культурой не делает вас глупее. Вы просто человек, который интересуется тем миром, в котором живет. Однако, если вы узнаете, что один уважаемый специалист Советовал туберкулезным больным сменить род занятий и стать охотниками на аллигаторов, то вряд ли у вас сохранится вера в то, что все наши предки были серьезными личностями, достойными уважения. Полагаю, нам пойдет только на пользу, если мы будем развеивать мифы о прошлом, станем потешаться над какими-то эпизодами и распространять забавную информацию с таким же энтузиазмом, с каким обсуждаем наши любимые телешоу. Мне страшно представить, что когда вспыхнет следующая эпидемия, единственными людьми, знакомыми с жизнью Парацельса, любителя ртути и жены-ненавистника, окажутся престарелые академики в твидовых пальто, обсуждающие его наследие с псевдобританским акцентом. Это произойдет в будущем. Моего оптимизма не хватит, чтобы поверить в невозможность этого. Но хвосты очень многих проблем будут тянуться из прошлого. Поэтому в наших интересах, чтобы как можно больше людей сегодня вступили в битву с болезнью, с таким же опломбом, как некоторые из наиболее выдающихся героев этой книги. И будем надеяться, что эти умники в Твидовых пальто, разговаривающие с невнятным акцентом, умрут первыми. Затронуть тему опасных заболеваний меня побудила твердая убежденность в том, что информация о способах борьбы с болезнями в прошлом окажется весьма полезной в будущем. Если вы намереваетесь прожить достаточно долго, то надеюсь вам она тоже пригодится. И не бойтесь, что вам придется взять еще что-нибудь выпить. Количество ужасающих описаний в этой книге сведено к минимуму. Невзирая на все трудности, я постараюсь сделать так, чтобы знакомство с этими темными временами в истории человечества доставило вам максимум удовольствия.